Здравствуйте, друзья! С вами на связи Людмила Королева. И сейчас позвольте мне дать вам инструкцию, как вам получить подарок ценностью в $300, о котором я рассказала на мастер-классе «Создание вирусного видео ко дню всех влюбленных». Итак, первое условие, которое вам нужно выполнить, вам надо поделиться в двух сетях, в Фейсбуке и во ВКонтакте. Давайте посмотрим, как это делается. Итак, мы нажимаем на Facebook. Здесь вы пишете, например, «Классный мастер-класс. Рекомендую». И поделились. Теперь заходите к себе на страничку, ставите «Мне нравится», копируете ссылочку. И пока мы эту ссылочку сохраним в блокноте или в Word, где вам это удобно. Теперь то же самое делаем во ВКонтакте. Нажимаем во ВКонтакте. Пишем здесь «Отличный мастер-класс, рекомендую» и «Поделились». Теперь заходим во ВКонтакте. Вот у нас здесь мы поделились, лайкаем, что мне нравится, копируем ссылку, пока в файлике сохраняем. Возвращаемся снова в статью, и вот здесь вы пишете свой комментарий, свое впечатление о мастер-классе, как вам это понравилось, что вы хотите приобрести, как вы будете это использовать. Короче, комментарий такой «спасибо, все было классно», он не принимается, и вам надо поставить нормальный комментарий, который бы отразил, что вы извлекли из этого мастер-класса. Это нужно для вас. Опять же, я написала здесь тест, а вы напишите свой комментарий, скопировали, сюда поставили. Теперь следующие действия. Мы переходим в каталог. В каталоге у вас здесь стоит видео с инструкцией, и написано, что все эти задания надо выполнить с 9 по 14 февраля. Вы копируете вот этот вот email, вот он здесь, это email нашей службы поддержки, или вот здесь, любой из этих имейлов, это одно и то же, копируете и переходите в почту, выбираете написать, ставите здесь этот email, здесь вы пишете свое имя и фамилию в теме письма, и пишите «Подарок ко дню Святого Валентина». Теперь из файла копируете все, что у вас здесь есть, и вставляете внутрь письма. Здесь пишете ссылки на Facebook и ВКонтакте. А здесь пишите «Мой комментарий под статьей». И отправляете. Если так случилось, что вы сначала пошли заказывать продукт, потому что это третье условие. Вы должны заказать один из продуктов, которые вы здесь видите. И напоминаю вам, что видеошаблоны для Instagram, они у нас не участвуют в получении вот этого подарка ценностью в $300. Все остальные курсы и коллекции участвуют. Вы сначала заказали, а вам еще нужно выполнить первые два условия. У вас есть вот здесь вот ссылочка, на которую вы можете нажать, вернуться на эту страницу, поделиться и написать комментарий, и потом отправить письмо. Хочу вас сразу предупредить, в этом комплекте есть уже готовый для вас ролик, который вы можете разослать с поздравлениями с Днем Святого Валентина, поэтому старайтесь выполнить вот эти задания для получения подарка не впритык до 14 февраля, хотя бы до 11, чтобы мы успели вам послать, а вы успели своих людей поздравить. Вот, в принципе, все, что я хотела рассказать вам в этой инструкции. Успехов вам и получения ваших новых фанов и кандидатов от рассылки вирусного видео с Днем Святого Валентина. Пока-пока, с вами была Людмила Королева. До следующих встреч!